Здравствуйте, меня зовут Бакунева Алена. Я родилась в 2006 году. Играю в кино и в театре. Пою, танцую. Умею выполнять акробатические трюки. И есть навык фехтования. Я веселая, добрая, интересная. Вот такая я. Нужно быть ответственным. Ответственно относиться к своей роли, учить текст, работать над ролью и иметь желание быть хорошим актером. Все. В театре ты не сможешь сделать множество дублей, ты не сможешь повторить, как-то улучшить свою сцену, улучшить свою игру, а в кино ты можешь сделать еще раз и показать там более лучший свой результат. Также, мне кажется, в кино можно сделать какие-то более интересные обстоятельства, например, боевик, там какие-то мистическую сцену. А в театре это сложно сделать с технической стороны, нужно строить какие-то новые декорации, как-то расширять сцену. Я люблю жанры, так, ужасы, но вот не прям, чтобы было страшно, чтобы держало в напряжении, но не прям вот, чтобы ужасно, чтобы крови было много. Мне просто нравится так вот на нервике сидеть. Вот. И вот такие я люблю книги, фильмы.